На Брещине уже активно проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Сегодня в редакции областной газеты «Заря» прошел круглый стол, тема которого – труд, справедливость, ответственность. Единство белорусского народа в качественных результатах труда – так считают организаторы круглого стола с говорящим емким названием «Труд, справедливость, ответственность», потому что социально-экономическую безопасность составляет труд и его плоды. Сегодня на нашем заседании круглого стола мы говорили о единстве нашего народа именно под призмой труда, справедливости и, конечно, ответственности за результаты своего труда. Потому что только ответственное отношение к труду может принести качественные результаты во благо народа Беларуси и во благо всей нашей страны. Тема труда – это та тема, которую надо доносить у каждого человека, и особенно в преддверии праздника Дня народного единства. В диалоге участвовали представители городских и районных организаций партии труда и справедливости. Свое мнение высказывали компетентные специалисты Главного управления по идеологической работе и делам молодежи, Комитета экономики и Комитета по труду и социальной защите населения. Цель дискуссии – проанализировать варианты мотивации человека труда на существующие проблемы, на поиск путей их решения. Темы, которые мы рассматриваем, именно те о наших результатах, о наших достояниях, о наших проблемах, о тех брендах, которые есть в Беларуси, о том, насколько важно доносить эту информацию до каждого человека. И действительно, в нашей стране есть очень много хорошего, но мы не всегда умеем это показать. Поэтому цель нашего круглого стола сегодня – еще раз обратить внимание на те достижения, которые, на те результаты положительные, которые есть, и, конечно же, поговорить о тех проблемах, которые существуют, а главное – предложить пути их решения.